Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, канал «Вместе к успеху мечты». Сегодня я просто вышел с вами на связь, чтобы поделиться очередным инсайтом, очередным опытом, очередной, короче, штукой. Все мы знаем про наши цели, у нас есть всегда цели, мы их выписываем, мы их следим за ними, мы идем к ним, мы достигаем их, да, и что-то лежит в основе этих всех целей. А как же узнать, что у нас в основе этих всех целей лежит? И здесь все очень просто и очень быстро. Задайте себе вопрос, зачем? Задайте вопрос, зачем? И не один раз, а три раза. Спросите себя три раза, зачем? И на третий зачем вы поймете свое предназначение. Или же поймете, что у вас его по сути нет. Это очень важно. Основа основ ваших целей, то, что лежит в основании всего. Для чего вам все это? Вот это проверьте у себя, посмотрите, если оно есть, супер, я вас поздравляю, у вас есть ваше предназначение, у вас есть то, что двигает именно вас к цели, потому что на самом деле эта вещь будет двигать постоянно, и благодаря этому вы и будете достигаторами. Вот, друзья, такое коротенькое видео, с вами прощаюсь, встретимся еще. Я каждый день бегаю, я никогда не прерываюсь, каждый день зарядка. Вот. И немножечко решил с вами пообщаться. Пока-пока.